Почему нет трипа от мухомора? Как это исправить? Я не знаю, я не по трипам, ребят. Потому что бережет тебя твой мозг. Потому что когда ебанет трип, будешь орать, как ебанутый, блядь, в ужасе. Верните, блядь, как бы это вернуть все обратно. Будет страшно так, что, блядь, ебанешься. Будешь проклинать. Ведь даже не описать, вы даже не представляете, что это может быть. О, ты будешь думать, лучше отрежьте мне руки и ноги, но верните меня в эту жизнь обратно. Пусть я буду без рук, не без ног, лишь бы это закончилось. Но это реально так. Вот те, особенно это касается тех, у которых что-то, блядь, никак не происходит. Да все оно происходит, ты просто эго свое нахуй выключи. Ничего нет, никак в трип не могу войти. Уже съел 20 шляпок, никак в трип не могу. Ты уже в трипе. Тебя твой мозг оберегает, блядь, тонкая-тонкая грань. Там вот так вот делаешь перед тобой, и все, и организм ничего не сможет сделать. Он тебя не, уже не удержит. Вот так делаешь. Ты говоришь, такой, ничего, в трипе. Знаешь, как в трип войти? Как вот если бы я был ситером. Ты такой, блядь, никак трип не могу словить. Это ты так сделал. Ты уже в трипе. И все. И ты такой, да! И все. И не удержать. И просто бы 8 часов бился бы башкой об стену. Вот от чего вас уберегает ваш организм. Я вам еще раз говорю, вы в трипе, если вы думаете, что вы не в трипе, вы в трипе. Если вы съели много, большую порцию, от 10 там, до 30 и выше грамм, и думаете, блин, что-то нихуя не берет. Вы уже там. Вы просто этого не понимаете. Достаточно одного момента сдвига, не знаю, крикнет кто-то случайно, или вы правильно поймаете мысль того, что вы в трипе, и так и словите эту штуку, и все, и вас вот так вот... И пиздец. Скажите спасибо своему мозгу, организму, который не позволяет вам, будучи под 30 граммами, блядь, или 40, и вы такие, блядь, нихуя не берет, удерживать вас, блядь, спасает вас, помогает, чтобы вы с разбитым ебалом не проснулись, не очнулись, блядь, или мертвыми, или вы в окно вышедшими. Он вас бережет, потому что меня тоже. Один раз, блядь, нихуя, второй раз нихуя, и потом третий раз. 9 часов я ждал трипа, блядь. Лежу, жду такой, нет, трипа, нет, трипа, нет. И что-то такое, хоп, произошло. Вот Юля не даст соврать. Помнишь, да, Юль, как я орал, да? Я кричал. Вот так, понимаешь? Никогда, никогда. Не, ну я просто покажу людям, потому что тебе было тогда очень страшно. Говорит, поклянись, никогда не есть мухомор. Поклянись никогда, потому что ты сойдешь с ума. То, что я сейчас вижу, ты сойдешь с ума. Вот и все. Слава богу, что это через 9 часов произошло, я вошел в трип. И меня держало 15 минут. Потому что весь трип, ну это 9 часов. Но практически последние уже остатки мне повезло, потому что если бы я вот это состояние 8-9 часов, я не знаю, мозг бы мой бы не выдержал. Когда я съел 36 грамм и 8 часов ждал, когда будет приход. И буквально что-то буп, и все. И что я видел, это было то, что я видел, это был пиздец. А что я не помню. Но я кричал и орал, чтобы все поклялись, чтобы никогда не есть мухомор. И так происходит каждый раз. Происходило очень часто. Я это забывал и опять принимал, и опять орал. Выбросите все мухоморы, чтобы их не было никогда. Чтобы их не было нигде. Я вас прошу, любые психоделики, чтобы их никогда не было. Если я выйду из этого, чтобы я клялся Богу, прям как в фильме Generation P, Повелен Татарский, я клянусь Божий, я больше никогда не буду принимать. Вот так молился я Богу. Я хотел поверить, что он есть, вот только чтобы это закончилось. Чтобы не закончилось, а чтобы все вернулось. Потому что то, чего, где я был, это то место, куда приходит вот этот тоже, где мы сейчас с вами, и оно исчезает. Хочу, чтобы это вернулось.
потому что это галлюцинация, это мираж, который не позволяет нам вот там охуевать. Вы мухомором выключаете мираж, вот этот вот, и попадаете туда, откуда вы его каким-то странным образом, непонятным, вам удалось включить его. Вы попадаете в то место, где мираж, миража нет, где есть только вы. Сколько бы людей вас ни окружало, их нет. Каждый человек, на которого вы смотрите на себя. Чего бы они вам ни говорили, например, они говорят: слушай, Володя, ты съел мухомор, я Юля. Ты слышишь, я Юля, я съел мухомор и все такое. Ну, вы понимаете, что это говорите вы? А? Вы понимаете, что это не Юля, а это вы говорите себе. И каждый человек, который здесь ходит, вы видите, что это вы ходите. Каждый человек, там, вот, прям, трибуйте, там, и в комнате еще 5-6 человек. Вы их видите? Все они разные, но это вы. Ты видишь, что это они, что это ты сам с собой, блядь, разговариваешь. Это, и поэтому там бесполезно кричать, бесполезно просить о помощи, чтобы вам кто-то воды принес. Это все вы делаете. Вы видите, как все тем этим управляете вы. Это ваш мир. Все, каждый элемент, который вот находится в комнате, чашка, ручка, там бумага, пол, стена, это все вы. Это все вы. И вот здесь, в этом мире, нам кажется, что это все разные, мы разные люди. И заебись! Они, Юля, это Юля, которая девушка, которую я люблю. Но я помню, что это она, я, это я, что я управляю этим. Эти какие-то люди, музычку там кто-то включил, играют, тренируются, тренер, привет, здрасте. И охуительно. Потому что мы здесь, мы абсолютно верим, что есть разница в чем-то. Есть какой-то смысл, которого там нет. Ты понимаешь, что там все бессмысленно, вообще все там, любые, потому что это все ты. Какой тут нахуй смысл? А когда это не ты вроде, и вроде смысл есть. И так, ну, охуительно. Пойду-ка я к зубному, блядь. Пошел к зубному, блядь. Все. Сука, хороший зубной, да, отлично. Это все вы. Пойдем в кино, смотрим. Сегодня Тарантино, блядь. Понятно, смотрим фильм. Бля, классный Тарантино. И, классный он режиссер. И это все вы. А поехали-ка в Таиланд. К трансу. Сняли транс. Его в жопу ебешь. И это ты. И транс этот тоже ты. Я как пример. Я какой-то такой нашел пример. Резко контрастный. Вот. Как и намекает мне мой iPhone, в котором я сейчас, который вот создал прямой эфир с вами, с этими строчками букв, но общаюсь я, как и в прошлый раз, как и в этот, с самим собой. Я все это понимаю, не верю в это, не чувствую это. Я это знаю. Пока.